Для каждой российской женщины покупка шубы – это целый ритуал. Но что бы там ни говорили скептики, шуба – это не просто показатель благосостояния семьи и статуса женщины. Это в первую очередь очень теплая вещь. Ведь пережить русскую зиму без натурального меха бывает очень сложно. К выбору верхней, меховой или кожаной одежды подходить нужно столь же основательно, как и к выбору автомобиля. Правильно подобранная шубка или дубленка каждой женщине может придать грации, стати, уверенности в себе и, конечно, роскоши. Выбирая дубленку, обратите внимание на выделку кожи. Она должна быть шелковистой, без лишних изъянов. Прикоснувшись к коже изделия, у вас должно сложиться впечатление, что вы прикасаетесь к бархату. Проведите рукой по материалу, на нем должен остаться след. В том числе существует специальное покрытие, должное защитить изделие от воздействия внешних неблагоприятных факторов. Что касается сильной половины человечества, то дубленка стала незаменимым атрибутом мужского гардероба. Ее можно носить и с классическими брюками, и с джинсами. Она, несомненно, придает статусность своему обладателю. У каждого качественного изделия должен быть сертификат соответствия. В нем, как правило, указывается страна-производитель и торговая марка. Ничто не делает женщину столь элегантной, как хорошо подобранная шубка. Норка, енот, бобрик, мутон. У каждого меха есть свои достоинства и недостатки. Но приоритетную роль всегда играют ваши ощущения и восприятие той модели, которую вы выбираете для себя. Ориентируясь на это, главное не растеряться в бесконечном выборе представленных в салонах моделях. Почему же похожие модели шуб отличаются по цене? Дело, конечно, в качестве меха. Его определяют множество критериев. Цвет, размер, выделка и окрас шкурки, половая принадлежность зверька и условия, в которых он содержался. Эта шубка – экспортный вариант, родом из Франкфурта, сшитый из немецких шкурок. У таких вещей обязательно есть сертификат соответствия. Ну а эта шуба очень похожа на первую и по фасону, и по цвету, но уступает в качестве. Зато она гораздо экономичнее. Что касается фасонов, то тут выбор только за вами. Короткие модели дополнят как брючный костюм, так и костюм делового стиля из жакета и юбки-карандаш длиной миди, а также короткое коктейльное или маленькое черное платье. Модели с рукавами 3/4 гармонично смотрятся с длинными кожаными перчатками, атрибутом гламурного образа. Для того, чтобы сохранить потрясающий вид шубы из норки долгое время, необходимо правильно за ней ухаживать. Правильный уход за меховыми изделиями продлевает их срок службы на радость их владельцам. Необходимо запомнить, что норковая шуба – это элитная вещь, и носить ее нужно бережно. Вешать только на плечики. Правда, это не единственное, что нужно помнить счастливой обладательнице шубы из норки. Если вы хотите, чтобы ваша шуба долго носилась, необходимо на летний период убирать ее в темное место, ни в коем случае не расчесывать расческами и сушить вдали от отопительных приборов. Новый магазин «Стамбул» теперь в центре города. Мы ждем вас по адресу Комсомольская, 120, недалеко от центрального входа в парк культуры и отдыха. Легкие и изящные шубки и дубленки для мужчин и женщин. Большой выбор обуви и сумок. На изделия есть сертификаты качества. До Нового года вас ждут приятные скидки до 20%. А также магазин «Стамбул» на втором этаже торгового центра «Византия» порадует вас скидками на норковые шубки. Магазин «Стамбул» – это уголок красоты и роскоши, доступный каждому.